прям повторять, да, что три главные угрозы России – это, по-моему, первое – исламское государство, потому что многие уже наши россияне стали частью этого государства. Как с этим бороться, я не знаю. Я знаю, что, возможно, вторая причина – это отсутствие патриотизма. Вот оно и мешает бороться. И поэтому я считаю, что это вторая причина, и ее нужно